Всем привет, ребята, с вами Дексон, и сегодня в данном видеоролике я вам расскажу и покажу, сколько будут стоить скины, наклейки, чармы, граффити из Хэллоуин Пасс. Перед началом попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, скинуть данный видеоролик своему другу. Давайте приступать к данному видеоролику, я желаю вам приятного просмотра. Итак, друзья, вот мы и зашли в Пасс Project Pandora. И сейчас я вам, в принципе, буду все рассказывать, сколько будут стоить данные скины, чармы, наклейки. Давайте начнем, в принципе, со стикеров, потому что они идут первыми в Gold Pass. Давайте вот будем определяться, сколько будет стоить данный стикер. Он не переливается, он редкий, он выпадает очень многим игрокам. То есть моя цена ему примерно 12,5 голды. То есть где-то примерно в таком районе он будет стоить 12,5-15 голды. Их очень мало. То есть я не именно про этот стикер, а про все. То есть их всего лишь 6. Разработчики сделали очень умную вещь. И в принципе, смотрите, вот это говно, и после этого начинается в принципе прикольные вещи. Дальше у нас идет стикер Упс, то есть это в принципе прикольно, в принципе будет пользоваться спросом, поэтому я считаю то, что он будет стоить в районе 20 голды, дешево, потому что всего лишь редкий скин. Дальше у нас идет стикер Дров Нет, он переливается, то есть рука у нас торчит из радиационной бочки, у нас переливается жижа, и она просто прикольно, смотрите, делается. Когда мы вот так вот меняем, жижечка еще остается больше, и сама бочка меняется цветом. То есть показывается такой очень большой приклад к данной бочке с помощью радиации. Поэтому данная наклейка, я думаю, будет стоить в районе 30, ребят, голды, 30-35. То есть такая примерно ему цена. Дальше у нас идет акула Dead Inside, ребята. Sea of Death. Получается, она не переливается. Я думаю, будет стоить в районе 20, ребят, голды. 20-25-22,5, где-то примерно вот так вот. То есть это эпик, который не переливается, и также будет плохо смотреться на скин. Стикер Упс Кауэр, он уже переливается, то есть он у нас отличается от редкого, он уже легендарный, то есть их будет выпадать меньше и стоимость их будет намного дороже. Я думаю, данный стикер будет стоить в районе 60-75 голды. Одна арканка очень хорошо будет подходить, потому что смотрите, стикер Infected, это чем-то похоже на Gold School, в принципе прикольно. Сейчас я вам покажу, на какие скины он сможет клеиться. Смотрите, Avic Treasure Hunter, KR Treasure Hunter, Glock Relic, Deagle Якудза. То есть этот скин будет стоить, я думаю, в районе 1250-1500 голды. И опять же, все в зависимости от того, сколько их будет на рынке. То есть если их будет 10, то они, естественно, будут стоить 10 000 голды. Если их будет 100, то уже, возможно, косарь. То есть все зависит от школьников-руинеров, ребят. Ну, мы приступим к Дигу. Мне он вообще не понравился. Я думаю, будет стоить в районе 2-2,5 голды, потому что Acid, типа, чем-то похож на Thunder, но даже Thunder выглядит лучше. Статрековская версия, я думаю, будет стоить в районе 12,5 голды. Дальше у нас идет ФАМАС, который мне тоже не понравился. Я думаю, будет стоить в районе 3 голды, 3-3,5. Статрековская версия в районе 12,5-15 голды. Дальше идет, в принципе, пушечный P350 Райдер. Я думаю, он будет стоить в районе, получается, 20-25 голды, а статрековская версия 100-125 голды, где-то примерно вот так вот. Дальше у нас идет Спас Райдер, то есть они будут очень хорошо подходить к перчаткам Райдер. У нас же есть такие, да, у нас есть такие, они будут очень безумно подходить к ним. Я думаю, данный спас будет стоить как и P350. Дальше у нас идет МАК-10 Melt Away, в принципе, легендарка, это очень даже неплохо. Он очень, опять же, будет подходить к перчам Райдер. Прикольно, я думаю, будет не статрековская версия стоить в районе 200-250 голды, статрековская версия в районе косаря голды, но возможно дешевле, возможно дороже, потому что маг, он очень слабый, он очень плохо дамажит, у него большой разброс, и я думаю, не все смогут с ним играть, поэтому он не будет пользоваться спросом. Дальше, последний скин из нашего пасса Project Pandora, это АКР-12 Red, в принципе, неплохо, он очень крутой, я думаю, он будет стоить в районе 750 голды-1000 голды за обычную версию и за аркану. Я, кстати, думаю, в районе 5000 голды, если их будет очень мало. То есть, если умные люди найдутся, они реально будут очень дорого за него большую цену брать. Дальше у нас идут граффити. Давайте по-быстрому по ним пробежимся. Это граффити стоит 2 голды, 2,50, где-то так. 2, 2,50-3. Это граффити 5-6. Это граффити в районе, получается, у нас 5 тоже-6. Это граффити будет стоить в
районе 10-12,5 голды, а эта граффити будет стоить в районе 50, ребята, голды. Смотрите, последние это у нас идут чармы. Они, в принципе, все прикольные. Я думаю, данный чарм будет стоить в районе 12,5-15 голды. Дальше у нас идет чарм классифи, 7,5-10 голды. Дальше у нас бочка очень прикольная, идет из нее анимация, я думаю, в районе 20-25-30 голды. Чувствую, вот именно он будет, в принципе, дорогим. Я думаю, в районе 50-75 голды, потому что, ну, блин, прикольно, очень хорошо выглядит. Я бы даже его поставил на аркану, на самом деле. Я не знаю, почему Акулу поставили на аркану. Лично я бы поставил вот такой, как минимум, на легендарку. Эпика он точно не заслуживает. Дальше у нас идет Чиби Джаггернаут. То есть у нас идет такой вот чармик Чиби. У нас, я думаю, он будет стоить в районе 50-65 голды, потому что, ну, наружки он будет смотреться безумно плохо, как по мне. Поэтому так. И Акула, заключаемая, так скажем, заключительная, в районе 750. Так, ну и у нас остались перчаточки, получается. Сейчас я вам расскажу, сколько они будут стоить. Gloves Acid, они будут очень круто подходить к тычкам Acid, стоить в районе 2000 голды. Дальше у нас идут перчатки Кама, это прям дешман-дешман, в районе 1250 голды. Дальше идут перчатки Fossil, я думаю, тоже в районе 2000 голды. Короче, смотрите, вот эти все 4 перчатки будут стоить в районе 1750-2000 голды, потому что эти перчатки, они больше подходят к тычкам эти Джавск, эти подходят к тычкам Acid или каким-то другим скинам, то есть, допустим, Кунай Poison. То есть под сет все обязательно можно собрать. Здесь подходит Танта Транзистор, подходит M9 Dragon Glass, также подходит Бабочка Dragon Glass, Керамбит Dragon Glass, то есть все такое синее. Здесь подходят тычки Моутен, Танта Якудза, то есть вот эти вот будут стоить в районе 1750-2000 голды. Может чуть побольше, может чуть поменьше, в зависимости от того, сколько их будет на рынке. Ну и эти перчатки в районе 1500 голды, потому что, ну, такое себе. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал с колокольчик, скидывать данный видеоролик своему другу. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видеоролике.